солнцем ярким встречает новый день, он будет жарким для тех, кому не лень показать, кто в чем сильней, кто прыгнет дальше, а кто бегает быстрей. Ты знаешь, первый шаг всегда сложнее, чем второй, но рядом тренеры, друзья, а значит, ты герой. Команды матч. На старте все равны. Готовитесь к тренировке? Да-да. Это важная часть подготовки. Музыка — очень нужный инструмент в спорте. Она помогает погрузиться в себя и настроиться на работу. А вот и они. Потерялась в музыке. Так, команда, сегодня у нас занятие по шорт-треку. Ура! Гонка! И не просто гонка, а скоростная. И с большим количеством сложных поворотов. Ну что, прокатимся с ветерком? На старт! Внимание! Марш! Да, над финишем нам еще надо поработать. Выходя на старт, каждый готов показать свой максимум. Вот в чем ваше преимущество? Ха, скорости! В технике поворота. Угу. Агата? А может, дело в музыке? Музыка! Точно, Агата. В гонке важна концентрация. У каждого свой секрет, как это сделать. Кто-то фокусируется на скорости, кто-то на технике, а кому-то нужно настроиться на свою волну, на свою музыку. Не понимаю, мы же должны учиться на коньках кататься. Да, и для этого надо уметь концентрироваться. Упражнения на балансборде очень помогают сосредоточиться. Ничего, Агата. Сконцентрируйся на музыке. Нет-нет, на соревнованиях тебе не дадут слушать музыку. Поэтому она должна звучать не в твоих наушниках, а у тебя в голове. Закройте глаза и представьте то, что помогает вам сосредоточиться. Повторяем за мной. Ну что, готовы ко второму заезду? Да, тренер. Ха-ха-ха!
новый рекорд. Молодцы! Отличный результат! Но до конца тренировки еще 40 минут. Все на исходную! Что я нарисовала? Рисунок не определен. Эй, смотри, что ты натворил! Доброе утро! Сегодня у нас парное фигурное катание. Начинаем! Арена, твой выход. Будете нас учить. Учит тренер, а это проекция оптимальной пары. Первый элемент – поддержка. Второй элемент – прыжок. Один поворот в воздухе, приземляемся на правую ногу. Третий элемент – вращение. Нужно чувствовать партнера, синхронизироваться. Что-то... у меня голова закружилась. Делимся на пары. Агата с Роном, Берта с Гошей, Лена, как всегда, с Геной. Можно? Я буду с Роном. А я тогда с Агатой. В разных парах? Ну, хорошо. Поехали! Научиться двигаться в унисон поможет упражнение «Зеркало». Лена, поднимай руку плавно, а ты, Рон, повторяй за ней. Смысл в том, что ты должен предугадать ее следующее движение. Вперед! Гоша и Берта молодцы. Переходите к катанию. Эй, смотри, куда едешь. У меня есть предложение. Надеюсь, не новый вид поддержки. Ты совсем что ли? Вечно у тебя я во всем виноват. Уронила телефон, я виноват. Яблоко с червяком, я его туда засунул. Так ты его туда и засунул, я видела. Вот ты всегда портишь все мои пранки. Фантастически синхронно. Что? Что? Ни за что. Хватит повторять за мной. Хватит. Я уверен, вам лучше работать в паре. Команда – это единство противоположностей. Я не буду с ним кататься! Я ее терпеть не могу! Мимолетная ссора – не повод для таких громких слов. Вы потом сами пожалеете о них. Он разбил мне телефон! Да она сама его уронила! Вы брат с сестрой. Всегда все делаете вместе, даже тренируетесь в одной команде. Не все! Я делаю бутерброды, а она их только ест! Да! А кто в это время тебе помогает с домашкой? А кто моет посуду постоянно? А кто протирает пыль в твоей комнате? А кто накручивает тебе просмотры? А кто укладывает тебе волосы гелем?
Гель? Я не накручиваю просмотры. Ничего не знаю. Главное, что вы все это делаете друг для друга. Прости меня, Ленк, за телефон. Да ладно! Он разбился еще месяц назад. Просто хотела тебя потроллить и увлеклась. Моя школа. Пробуем еще раз. Устроим шоу на льду. Привет! Ну что, друзья, готовы изучить новый вид спорта? Это кёрлинг. Его еще называют шахматы на льду. Опять шахматы. А швабра зачем? Суть в том, чтобы попасть в мишень, центр дома, а заодно вытолкнуть снаряд соперника за линию. Так, команда, а ну-ка все на дорожку. Тяжелый. Гоша, ты будешь капитаном. Подсказывай, куда вести камень. Третье, перпендикулярно. Может, местами поменяетесь? Ой, мамочки, он сейчас остановится! Третье, энергичней. Нарулил, шахматный капитан? Да и вообще, этот кёрлинг больше похож на мытьё полов. Интересная идея. Попробуем новый вид тренировки. До конца тренировки 3 часа 46 минут. Включаю бодрую музыку. Арена, если ты такая умная, что ж ты сама себя не вымоешь? Вообще-то, умным не пришлось бы мыть полы, если бы глупые молчали и слушали тренера. Ха, а мне вот интересно, умные бегают так же быстро, как и соображают? Гена, отдай рюкзак. А ты догони. Отдай рюкзак. Там очень ценные редкие книги. Отдай. Продолжим тренировку. Кёрлинг, как изысканное блюдо, вкус которого раскрывается не сразу. Дадим ребятам самим разобраться.
Эй, осторожней! Почему он не останавливается? Прям какой-то вечно движущийся рюкзак. На сегодня тренировка окончена. До завтра вам задание. Изучить феномен вечно движущегося рюкзака. Учебная комната в вашем распоряжении. Феномен вечно движущегося рюкзака разгадан! Нужно еще практическое подтверждение. Так что все в зал. Проведем эксперимент. Гена, Берта, берите швабры. Что, опять? Мы ж только что здесь все вымыли. Рон, ты толкаешь рюкзак. Да легко. Отлично. 3, 4, начали! Ура! Получается! Катится! Результаты команды улучшились. Да, я всегда говорил. Главное, правильно выбрать методику тренировки. Нам бы еще велодорожку почистить. Всему свое время, Арена. Всему свое время. Лена, спорим, я на эту елку залезу за пару секунд. И свалишься с нее тоже за пару секунд. И чего у тебя там такого интересного? Обсуждаем с подписчиками новые тренды. Скука! Давай на перегонки до спортзала. Сейчас на тренировке набегаешься. Лен, Лен, а сфоткай нас с Агатой. Что это? Знаю, надо проголосовать за самое слабое звено. Чур я голосую за Рона. Эй! Сегодня у нас необычная тренировка. Мы будем играть в спортивные фанты. Фанты? Каждому нужно написать задание на листочке и положить в эту коробку. Брейк-данс. Ух ты! Лена, пожалуйста, отложи телефон. Я ищу варианты поздравлений для подписчиков. Это здорово, но нельзя быть в двух местах одновременно. Что для тебя сейчас важнее, виртуальная жизнь или реальная? Браво, Агата! Теперь твоя очередь.
перечислить три вида спорта, где используются коньки, чеканя теннисный мячик. Легко. Сейчас только вспомню. На коньках. Ну это, фигурное катание. Отлично. Это раз. Кёрлинг. Там не коньки, а специальные ботинки. Ой, что там еще? Хоккей, разумеется. Два. Спасибо, Гоша. О, вспомнила. Конькобежный спорт. Это общее название. Назови любую разновидность. Шорт-трек. Шорт-трек? Три. Молодец, Лена. И команда не подкачала. Ну что, я попал? Нет, давай еще раз. Прости. Невероятно! Че это, подарки? Перед тем, как начать праздновать, я хочу попросить вас украсить елку чем-нибудь важным для вас. Это может быть что угодно. Тренер, кажется, я придумала украшение. И что же это? Интересная идея. Почему ты выбрала его? Под звук этого свистка я провела весь год. А вы что выбрали? Вместе со своей командой. Лен! А? Вот, ты забыла в зале. Для тебя ведь это самое важное. Вовсе нет. А? Ура! Обнимашки! Ну что, время открывать подарки? Ура! Подарки! Тяжеленький! Ленка, что это нам на двоих?